В Салаватской епархии продолжается активное сотрудничество с психоневрологическими интернатами. Так, в одном из них была организована швейная мастерская, совершено таинство крещения, молебны, а также состоялись 3 концерта, главным гостем которых стал епископ Николай. Барды, учащиеся музыкальной школы и муниципального колледжа, радовались своим творчеством пациентов интерната. Игра на живых инструментах и дружное общение после концерта оставили яркий солнечный след в сердцах подопечных епархии. Подопечные подобных учреждений – это люди, мягко говоря, несчастные. Подопечные домов престарелых – это люди, которых… закат их жизни, в общем-то, встречает не так ласково, как хотелось бы. И им тяжело, с грузом, может быть, какой-то вины, какой-то ответственности, каких-то ошибок. И, соответственно, мы, как члены церкви, просто как люди, мы, в общем-то, я думаю, должны как-то, как минимум, разрядить эту обстановку, как максимум поддержать, и, возможно, в общем-то, через эти наши действия, такие внешние. Мы такую концепцию уже второй год пытаемся реализовать. Это координация и курирование учреждений, социальных учреждений ПНИ, домов-интернатов для пошлых людей и инвалидов на территории епархии. Соответственно, так как Салават – это кафедральный город, то здесь тоже имеет место быть. Здесь у нас есть и молитвенная комната, есть окормляющий священник, и, соответственно, есть понимание с администрацией. Духовное кормление и благотворительная поддержка со стороны Салаватской епархии оказываются в интернатах городов Ишимбай, Кумертау и села Юмагузина.